Сегодня я хотела поделиться с вами лайфхаком по чистке граната. Может быть, для кого-то это будет и не лайфхак, кто-то уже знает, как его чистить, но когда я жила в России, то гранат в семье покупался очень редко, потому что его неудобно есть, а чистить долго, поэтому никто не заморачивался. Гранат – это один из самых полезных фруктов, поэтому его потребление очень даже необходимо для нашего внутреннего здоровья. Сейчас мой муж показывает, как в Индии чистят гранат, и делают, кстати, это не больше, чем за 2 минуты. Если вы знали, как его чистить или же всегда так чистите, то, пожалуйста, напишите об этом в комментариях. В таком почищенном виде гранат очень даже хорошо заходит, а косточки также прожевываются и глотаются. В Индии чаще всего сверху граната добавляют черную соль или специи, которые называются чат масала, чтобы улучшить пищеварение и избежать газообразования.